На уроках биологии мы узнали, что в нашем крае были найдены скелеты мамонтов. А находили ли динозавров? Ответ на вопрос мы нашли в электронной энциклопедии Красноярского края. Скелет травоядного стегозавра был найден палеонтологом-любителем Сергеем Краснолуцким. В 2005 году он начал раскопки в районе Березовского угольного карьера. Около 8 лет краевед тщательно собирал останки. Стегозавры собирали по крупицам, обнаружили позвонки, лапы, ребра и одну спинную пластину. Из-за неполного скелета вид определить так и не удалось. С 2014 года в Краеведческом музее стегозавр – один из главных экспонатов. Это не скелет одного животного, это скелет нескольких особей. Просто их кости так подобраны, чтобы максимально полно показать один скелет. Юрашка, так назвали в музее древнее позвоночное, редкая находка для Сибири и всей страны. Группа стегозавров были найдены лишь на территории Северной Америки и Китая. Красноярский скелет принадлежал молодой особи. Длина тела около 4 метров. Только у нашего динозавра плоские спинные пластины, у других наросты больше напоминают шипы. Им, конечно, была проведена совершенно бесподобная работа, потому что можно видеть, все эти кости, они не цельные, они состоят из отдельных обломков. При том, что плотность кости при раскопках практически равнялась плотности грунта, их приходилось сразу пропитывать, потом без конца подбирать. Но это вот работа энтузиаста, и он делал ее несколько лет. Ну и в конце концов, все-таки, так сказать, получилось нечто очень достойное. Оценить колоссальную работу по достоинству любой красноярец может в экспозиции Краеведческого музея. Узнать, где впервые был обнаружен стегозавр, вы можете в электронной энциклопедии Красноярского края. Рубрика подготовлена при поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края и медиа-центра.